30 пейзажей, автором которых является Аркадий Александрович Пластов, народный художник СССР, представлены в музее художника. Многие работы ульяновцы увидят впервые. Открылась выставка в День памяти художника «Пластов. Пейзажи Родины». Выставка, где представлены подлинные работы художника, представленные из семейной коллекции, из фондов Ульяновского областного художественного музея. Это работы 1930-х годов, 40-х, 50-х годов. Все пейзажи, представленные в экспозиции, были написаны Пластовым в окрестностях своего родного села Преслониха. Именно родной край являлся основным источником вдохновения и, по сути, большой мастерской художника. Я первый раз вижу эти работы, потому что видно, как Пластов много-много работал. И его, что называется, пространство, и столько он наделал в свою жизнь, что невозможно за один раз и увидеть их. Вот эти я первый раз вижу, эти работы, потому что они не показаны. Потому что нельзя все, в общем-то, что он сделал, в один музей поместить. На картинах мы видим самые любимые места Аркадия Александровича, где он создавал свои знаменитые произведения. А вот дорога в Комаровку. Пластов ее изобразил не случайно. С ней связан целый пласт жизни мастера. В Комаровке жил близкий друг, ученик Аркадия Пластова, Виктор Васильевич Киселев, будущий заслуженный художник РСФСР. И часто они вдвоем, Виктор Васильевич и Аркадий Александрович Пластов, ходили по этой дороге из Комаровки в Преслониху и наоборот. Когда они ходили, конечно же, восхищались природой, проходили по лесам, по полям, видели веселый труд косцов, конечно же, обсуждали замыслы, какие у них были проекты. Центром выставки стала известная работа художника «Деревенский март». Пласт восстанавливает нас. Смотрите на жизнь, любуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Вот этот март мне всегда пришел. Ну как написано? Ведь просто почти ничего нет. Ну горизонт вот не видно. И сюжет не такой занимательный, обыденный. Как мальчик смотрит на это небо. Вот я вам предлагаю так же смотреть, как мальчик смотрит на природу, удивляться. Если вы удивляться перестанете, будете тыкаться в планшет, считайте, что жизнь прожмется зря. Выставка будет работать до конца июня. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.